Ребята, всем привет! АТБ написала, что скоротила употребление света. Я хочу посмотреть, какие поставила цены АТБ после осеннего ценопада. Посмотрим, гляньте, сразу соки. Цене, фух, по 70 гривен, гляньте, Хортекс. Сразу 73, 60, ничего себе, сок 70 гривен, капец. Садочка нема вообще ніякого, зато наш СІК є. Ну, за 60 гривень наш СІК 2-літровий, все нормально. Я йду на свою волшебну полочку, зараз посмотрю, що почем. Так, волшебна, як я говорю, волшебна полочка, я хочу творог. Ой. 9% один. Я возьму этот творог. Как раз один. Сколько он? Капец, уже 62 гривни. 20% скидка. Ну хай буде. У меня есть дома. Я ж купил по осеннему ценопаду сгущенку. Кстати, сколько сейчас сгущенка? Посмотрим, сколько сейчас стоит. 9%. Хай буде 9%. Пусть будет 9%. Да, темно стало в этом. В АТБ. Так, добре. Сколько сейчас стоит дольче? Кажется, этот, да? Да. По 32. А сколько сгущенка? Сейчас пойдем посмотрим на сгущенку, сколько стоит сгущенка. Так, галичина по 32, по 30 йогурт. Дольче по 28. А Марийка по 20. И Марийка по 28 тоже. А питьевой? Ну, на питьевой еще хорошая скидка. 36,90. Ну, 37. Добре. Чудо 28. Стакан. Хорошо. А вот этот йогурт сколько? Смотрите, кстати, очень хорошая цена. 50% скидки на йогурт Малакия. 300 грамм. Густый, безлактозный. За 15 гривен. 2%. Сегодня съесть можно. Ну, если в холодильник поставить с ним еще несколько дней, ничего с ним не случится. Это не просрочка, потому что некоторые пишут, что просрочка. Это не просрочка, это товар, который подходит срок годности. Так, сколько стоит? А, вот эту я брал, 60. А я брал, не помню. Нужно видео посмотреть старое. Так, сахар 34,70, как и был. Остался. Гречка опять в цене поднялась, 79. Манка 20. Горох 19. А это же этот, крупа рисовая, это же не рис. Я смотрю, дешевый такой, 42 гривны. Это рисовая крупа. Гляньте, крупа гречневая 70 гривен, а в Драгобичі на оптовой базе гречка по 60, говорили девчата в комментариях, писали. Так, горох 19. Пожалуйста, уже вот эти поставили по 47,50. Делюкс. Макароны. Еще вот эта вот своя линия можно взять. Еще два дня акция, понедельник и вторник, по 31 гривны. Витки, вермишель. Так, спагетти. Полкилограммовые 40 гривен. 38 400 грамм. 37 400 грамм. Это тая, гляньте, 19 гривен. Тая, кто брал? Сколько тоже 400 грамм, да? 450 грамм. Можете за таю написать, кто брал таю. 450 грамм за 19 гривен. Так, своя линия. 31,60. 400 грамм. И вот эти из твердых сортов 51 гривна полкилограмма. Добрые.
Я не помню, что я там еще брал по акции. Видишь, что еще берут? Самые дешевые берут, ребята. А, мука. Так, ну, вот это вот так было, так и осталось. Разумный выбор. 2-килограммовый 30,60. Хуторок 34 уже. Кило 800. Амбар 32, 2-килограммовый. Хмельницкий млин 31. Тоже как был, так и осталось. 2-килограммовый. Добре. Понятно. Мария по 17. И гляньте, Марии не было. Марии не было, как акция закончилась, сразу появилась Мария. А, кстати, пойдемте на эти конфеты посмотрим. А, не на конфеты, а на шоколад. На шоколад Корона. Или появился. Потому что, знаете, когда акция, что очень много всего не было в акции. Или так люди порасхватали. Так. Кстати, не было красного мака. И красного мака нету. До сих пор я не вижу. Зоряный сайву е. Красного мака нема. Добре. Так, еще тут я хочу посмотреть этот. Тут как было, так и осталось. Кефир можно взять со скидкой. Творог. А вот это что за творог? 37 гривен. А, это своя линия. Поразбирали, да? Тут 300 грамм. 5%. А так 43,60. 30. Ну, хорошая цена. Поэтому поразбирали его. Так, добре. Что тут еще? Белоцерковский без акции стоит. Наверное, на следующей неделе. Со среды поставят его в акцию. А ну, посмотрим. Посмотрим. Так, сметана без акции. Вот эту поставили в акцию. На пятерку, на 6 гривен дешевле. Злагода. 20% на 420 грамм. В акции сейчас стоит. Так, кефир. При Чорномор'я, гляньте, Крим, кефір Галичина, карпатський нежирний, Крим, при Чорномор'я, Закарпаття, Донбас, Поділля, это так, а не это, гляньте, как Закарпаття, Київщина, Слобожанщина, карпатський кефір, как сделали, видите, название интересно, прикольно, молодцы. 33 гривны. Так. Где Корона? Корона. Ой, то есть Миллениум. Это не тот Миллениум. А тот же шел с этой, с ягодами. Нету его, ребята, по акции. Так, Свиточ еще по акции. Кстати, девчата писали, что вкусный. А вот этот тирамису 22,40. Смак тирамису. Ну ладно, в следующий раз. У меня сегодня гущенка. И трюфель тоже, казалось, что вкусный. Еще в акции. Свиточ полуниця в акции. Так, добре. Форт по акции. Кто просил Форд, пожалуйста, хорошая цена на Форд. 29 Форд пачка, 75 грамм, и Форд упаковка 225 грамм по 73 гривны в акции. Кстати, да, кстати, хорошая цена на Форд, можно смело брать Форд. Форд можно смело брать. Кстати, разбирают. Так, по чаям, по кофе, то есть. Да, кофе закончилось по акции, все.
акция кофе все закончилась. Кто не успел, тот опоздал. А по чаям? Еще можно взять 1001 ночь. 1001 ночь можно взять. Я взял вот эти с бергамотом. А где они? Так, разобрали китайский байховый, зеленый разобрали. Может, в вашем АТБ есть. А я взял, даже нету тут, чтобы вам показать, с травами. А, вот они. Только я брал по акции. Осенний ценопад. Ну и вот эти тоже можно взять. Очень хорошие цены, очень хорошие цены. Еще 2 дня осталась акция. Чай черный, классический, 20 пакетов, 20 гривен. Потом вот этот 100-граммовый. Ребят, обратите внимание, Ахмат. Ахмат не 80 грамм, не 90 грамм, а 100 грамм за 42,90. Большая упаковка, 70 гривен, 76 пакетов, тоже хорошая цена. И вот это тоже хорошая цена. Но там просто, что мне девчата прислала, я еще не открывал. С ароматом бергамота, тоже хорошая цена, 35 гривен. Тоже можно взять по чаю. Так. Доброе. Из этого все. Пойдемте тогда еще на ту сторону, я вам покажу, что еще в акции. Кстати, вот это новинка, я не знаю. Фрукты, лесовые фрукты. Это у нас новинка. Вот это новинка. За 45 гривен. Пирамидки Tia Moments. И вот эта новинка тоже. Вот это тоже новинка. 51 гривна. Mango Time. 24 пакета. 4 вкуса. По 6 штук в середине. Так, на волшебной полочке, гляньте, 50% грудинка есть, своя линия, по 165 гривен. Привет. Ага. Так, и шинка, своя линия. Так, тоже со скидкой 50%. Так, ребята, и смотрите, еще салака есть. Тут еще попалась салака. Я ее, наверное, тоже возьму. А, салака. Со скидкой 50%. Я, наверное, пару упаковочек возьму, ребята. Была 35, сейчас по 17,70. До 19, еще 2 дня, да? 17, да, 2 дня. 2 упаковочки можно взять салак. Я очень люблю салаку. И я возьму томатный сок, ребята. Так. Ровер, я читаю ровер, а это какой-то вомер. И семга даже есть со скидкой 20%. Но я эту возьму салаку. Вот такая мойва еще есть со скидкой. Так, ладно, я возьму вот эту. Добрые. Очень хорошая скидка. Так, яйца по 5,60. Яйца по 5,60. А, курячие столовые. Так, тут у нас по 68, ну, 69. Ясен Свит. 69. Ясен Свит. Эльки. Вот такие эльки. Ну, нормальные. Хотя, мне кажется, что тут. Ребята, одинаковые. Гляньте. Так зачем переплачивать? Странно. За упаковку или что? Видите, всегда проверяйте. Вот честно, проверяйте. Вот если бы были крупнее, если бы я не проверил, я бы взял. Так, я типа 62 М-ки. 62,40. Да, вот это видно, что маленькие. 68 квочка.
тоже такие же самые. И 75 вот эти вот домашние. Написано, что тут написано? Тут 75,90. Вот за что платите? 75,90. Не знаю, точно такие же. 76, короче. Да, цены растут, растут. А перепелиные 40. Так, уже Торчин по 74. Торчин 74. Может, на следующей неделе будет какая-то скидка европейский майонез. Может, со среды будет что-то по скидкам. Так, майонезы. Ой, шашлыки. Боже, говори. Кетчупы. Кетчупы без скидок. Так, кстати, очень многие пишут, чтобы запасаться на зиму консервами. Будем ждать. В среду, может, будет скидка на консервы. Мясо криля уже по 75, ребята. Не вижу. На телефон не смотрю. Мясо криля по 75. Пожалуйста, сом. Не знаю, кто брал такого сома. Мне кажется, торговой марки Боцман. Вообще, не обязательно вот этой марки. Вообще, кто брал сома консерву? Сейчас 48. Напишите, стоит брать, не стоит брать сома. Ну и сардина 55. Как я говорил, в среднем за баночку консервы ну, надо заплатить 50 гривен. В Сельпо я видел чуть дешевле. Кстати, есть килька за 35 аквамарин. За тракториста можно взять за 30. Килька в томатном соусе по 32. По 37 с фасолей. Добре. Для наших любимцев также еще можно взять по акции Cat & Go. Еще 2 дня осталось пакетированные Cat & Go по 8,90. Ну и эти в банках тоже поразбирали. По 27,90 в баночке. Тоже разные всякие. Цена еще хорошая. Так 35, а так 27,90. И сухие. Сухой корм 29,50. 29,50. А так он стоит 37. И шелма появилась. Шелма. Новинка. Шелма ВТБ. Новинка 15,70. Это она без акции. В акции, конечно, будет дешевле. Это новинка ВТБ. 85 грамм. А сколько процентов мяса здесь? 74, так, мясо, 74% фикач. Поэтому она так и стоит, потому что процентность больше, 88% куриц, утки, понятно. Добре. Ну и по химии Аквафреш можно еще взять по акции. Хорошая цена. Большая Аквафреш. 100-граммовая 35, а маленькая 32. Поэтому берите большую Аквафреш, видите? По 35. Так. Пока не подняли цену на жидкое мыло, по 23 можно взять. В пакете. Так, вот это кто-то писал в комментариях, что очень хорошее. Вот этот мусс для умывания. Органы. Для зрелой кожи 68 гривен. Крем. Своя линия 17. Пантин по 160, а кто-то говорил по 88. 160 пантин, а Head & Shoulders по 150 в акции. Шаума 80. Какая-то 98, странно. Клер 121.
Тео уже по 52 гривны, ребята. Тео болгарский уже по 52,60. О, освежители своей линии уже 45 подорожали. Ребят, это старая цена на ферри, вот этот с дозатором. Он экономный, поэтому я его, наверное, возьму. Вот этот фейри, я его еще один возьму. Это очень хорошая цена на вот этот фейри. Я его возьму. А жидкое мыло было по 30, если не ошибаюсь, уже по 40. Жидкое мыло. А кусок, как было, так и осталось, по 19. Доместос тоже пока что был, так и остался. И губки мне еще нужны какие-то. Вот эти, наверное. Теплые уги привезли. Сколько они стоят? $60. А, нет, это не вот эти. По 199, кажется, да. 199. Твинс, да? Классные. Ну все. Всем экономных покупок и мирного неба, самое главное. Всем пока.